нас, правда, тоже тень есть. Что же из этого получится? Давайте посмотрим. Так, стример, ответь, плиз, на мой вопрос. Ты играл в игру Pass of Exile? Сейчас да, было дело. Опыт. Запускал, играл. Так Diablo 3 все равно лучше, по-моему. Да, конечно, надо заплатить за саму игру, но... Конечно. Зато удовольствие, как по мне, так больше получаешь. Оно того стоит. Отлично, отлично, давали хорошенечко крио. Сейчас она опять придет. Я знаю таких. Мы посадим на мину, на бомбу, на... Что это вообще? Как это называется? Бомба, да? Нет, не придет. Я всегда стремился достичь высот. Солдаты вступают в бой. Люблю красивые взрывы. Точно в цель. Это ли не здорово? Конечно. О-хо-хо, мастер стил. Я вот удивляюсь на Крио. Зачем? Зачем ей родная земля? Люблю красивые взрывы. Оно того стоит. У нее ничего от родной земли нет. Ну там есть какое-то улучшение, но... Оно не нужно. Отличный полигон. Это ли не здорово? Ох, как хорошо попал. Выстрел. По всем сразу. Сейчас поставим опыт. Все просчитано. Люблю красивые шары. Чуть-чуть мимо. Действуй. А, подойди вплотную к бомбе. Она тебя взорвет сейчас. Давай, давай, ближе. Да что ж такое? Это ли не здорово? Да, ну почему-то их тень еще не появилась. Конечно. Ой, как я неудачно-то вас хитнул. Действуем по плану. Выстрел! Люблю красивые взрывы. Сразу заходит уже без жизни. Это ли не здорово? Нет проблем. Я всегда стремился достичь высот. Там движух какая-то. Первая кровь. Люблю красивые взрывы. Вообще. О, что-то много делает. Сейчас поставим опыт. Эх, не пошла туда нога. Так, опять какая-то трэш... Да какой-то трешняк начался. Что за фигня? Ха, Крио на бомбу села. Действую по плану. Оно того стоит. Ну, блин, надо было продолжать. Там Крио второго уровня. Огонь просто. Конечно. Стоит такая, палит бомбу мою. Все просчитано. Это ли не здорово? Действую по плану. Точно в цель. Череда побед. Понеслась. Конечно. Люблю красивые взрывы. Все просчитано. Сейчас поставим опыт. Воу-воу-воу, ты чё такая борзая? Это ли не здорово? Там Крио, наверное, сейчас пищит от счастья. Надо генераторов-то поставить, я как-то забылся даже. Такая движуха, вдруг полечиться надо будет. Люблю красивые взрывы. Ох ты мой, зуха из инвизухи. Но...
Ай, бомбы. Ой, на бомбу нету. Ай, сейчас так классно можно было бы что-нибудь провернуть. Что-то я как-то... Мышка съехала у меня. Отличный полигон. Отличный. Все просчитано. О, спасибо за отхил. Действую по плану. Оно того стоит. Отличный полигон. Все просчитано. Сейчас поставим опыт. Давай, выпрыгни. Давай, я тебя заманю. Люблю красивый взрыв. Ах, тень с глазом, ты смотри. Конечно. Ты смотри, как получилось. Еще тень мою бомбу впитала. Бывает же, а? Это ли не на! Эх, мне попал, по-моему, в порядке. Надо силу чуток. Ой-ой-ой, опять движняк. Ну елки, я даже ничего сделать не смог. Ну, в пятером пришли меня забирать. Тут уж куда уж денешься. Тут уж только отправляться на фонтан. Бывает. Что-то вроде так побеждали их, а перекачу них почему-то. Грубая сила. Качаться, что ли, не умеем? Мысль. Похоже на то, надо качаться, значит. Будем качаться, ладно. Вот что у меня есть. Действую по плану. Оно того стоит. Будем качаться, договорились. Это устройство поможет мне. Нет проблем. Это ли не здорово? Сейчас поставим опыт. Череда побед. Ну чё ты, куда ты бежишь? Отстань от меня. Так, нага. Не лезь, ну, это мой пак. Это мой пак. Оно того стоит. Так, а что-то я безжалостную силу не взял. Сейчас поставим опыт. Отличный талант. Точно в цель. Мастерство боя. Конечно. Нормально. Укрепляем позиции. Нет проблем. Кач. Отличный полигон. Действую по плану. Это ли не здорово? Точно в цель. Люблю красивые взрывы. Я всегда стремился к эпизоду. Одного крипа он все-таки забрал. Ну ладно. Выстрел. Конечно. Так, там опять движуха. Масочка что-то там творит. Отличный полигон. Так, ну, масочка сперла. Больной удар. Это не череда побед. Оно того стоит. Действую по плану. Блин. Ну как так получилось? Люблю красивые взрывы. Сейчас поставим опыт. Блин.
Плохо. Отличный полигон. Опять у них перекач. Они бы вина забрали еще. Это ли не здорово? Нет проблем. Я всегда стремился достичь высот. Черета побед. Почему их тень все время наш убивает? Не, я понимаю, она с глазом, а наша без. Но, блин, неужели нельзя догадаться уже? Все эти механизмы мои. Ай-яй-яй. Конечно. Сейчас буду взрываться тут. Точно в цель. Другой, быстрее, мочи. Это ли не здорово? Выстрел! Я всегда стремился достичь высот. Блин, чуть-чуть не добил. Вот что у меня есть. Действует по плану. Все просчитано. Ой. Да вы что, прикалываетесь? Раскормила уже теньку. Ой, как. Ой, как раскормила теньку уже. 13 уровень. Господи, сколько на раз ей отдалась? 7 киллов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Тот случай, когда бот лучше играет. Да, беда. Тут хоть хп учи, на самом деле. Нужно прояснить ситуацию. Сейчас поставим опыт. Да беда, беда. Это устройство поможет мне. Точно в цель. Люблю красивые взрывы. Конечно. Это ведь здорово. Все просчитано. Блин. Ну тень, ну елки, ну как она там нарвалась-то на них, на всех? Вот что у меня есть. Как у нее это так получается все время? Мы здесь, скорее всего, сольемся. Не получается у ребятышек. Куда она идет? Точно в цель. Я испугался, думал, сейчас она мне глыбу повесит. Ой, маска сейчас там попадет. Да вы что, издеваетесь? Отличный полигон. Это реально издевательство какое-то. Они выходят и по одному сливаются на них. Докты, прекратите этим заниматься. Чё за фигня? Действуем по плану. О-о-о-о-о-о. Жесть. О, Нага, давай, залетай, давай, давай, уйти! Ну, 13-я маска не качается. Нага тоже вроде бы леса собирает, не качается. Беда. Ну, взяли мою башню еще сбили, которую я должен был сбить. Которую мне так и не дали сбить, засранцы. Отличный полигон. Байон. Они его, походу, дело взяли уже. Люблю красивые взрывы. Пустырь. Сейчас поставим опыт. Ну, это устройство поможет мне. Укрепляем позиции. Нет проблем. Конечно. Череда. Все эти механизмы мои. Все рассчитано. Укрепляем позиции. Действуем. Монстр повержен. Так, ладно, монстр повержен, уже лучше. Потная катка, потная очень. Нет проблем, конечно. Прям смотрю и... Это ли не здорово? Я думал, сейчас между ними
Помните, я в прошлый раз играл на инженере, у меня все мои выстрелы как-то между крипов пролетали. Я там уже просто уже кричал на них, на этих крипов. Они все равно. Так, блин, нам пробив нужен. Отлично, мы там ногу вообще, наверное, не пробиваем, да? 36, ну, в принципе, да. Не пробиваем. Все эти механизмы мои, конечно. Боюсь, боюсь, боюсь. А чё мы здесь пушим-то? Здесь пушить нечего. Ёлки-палки. Действую по плану. Сейчас по их движению можно понять, будет тень нас палит или нет. Что-то они не двигаются никуда. Может, даже и не палит. Люблю красивые взрывы. Отличный полигон. Хитра. Мастерский контроль. Череда побед. Действую по плану. Это ли не здорово? Чувствую, здесь сейчас крипов будет. Отличный полигон. Точно в цель. Были. Но мы тут от лисы отбились. Конечно. Хотя она тоже моих крипов там сдует моментально и сильно. Чё-то нога тут борзеет. Но нам ее убить нечем толком. Люблю красивые взрывы. Ах ты ж какая. Вот реакция, а. Ну, правильно, ее спалил этот. Она не бомбу спалила. А душелов вышел. Она на этом попалился. Конечно. Это ли не здорово? Выстрел! Как же так? Вроде раньше попадал сразу по двум крипам. Ой-ой-ой-ой, бэк. Сейчас поставим опыт. Бэк, что творят? Оно того стоит. Я всегда стремился достичь высот. Ой, что творят, что творят? До свидания. Сейчас поставим опыт. Там за мной кто-то бежит, я видел. Очевидные вещи какие-то. Зачем идти вдвоем на башню, на тир 2 башню, когда все впятером команда врагов живы? Волшебство какое-то настоящее. Тактическое показывают. Я всегда стремился достичь. Я бы больше удивился, если бы им удалось там убить башню и уйти живым. Ох, нага, конечно же, нужно одной ворваться в пятерых. Это самый лучший тактический ход на данный момент, учитывая, что у них перекач. Череда цель. Люблю красивые взрывы. Корней нет, извиняйте. Не ходит все время в куче. Да куда ты полез? Ну их-то рядом пятеро, ну. Я боюсь отойти даже. Честно, я боюсь от них отойти. Ведь действительно уйдешь. Потом тебя обвиняют, инженер. Куда ты делся? Ты же должен был помогать. Почему ты накинул бомбу? Действую по плану. Силовой душ. Ой, опасно вот здесь сейчас идти. Очень. Конечно. Может быть, все что угодно. Выстрел. Люблю красивые взрывы. Ой-ой-ой, опять они сейчас нарвутся. Отличный. Ну, все, бегун. Понятно. Там уже их принимают. Нет проблем. Они не учатся на своих ошибках. Они там еще сейчас сражаться будут, конечно же. Конечно, это ли не здорово? Беда. Я не знаю, что с ними делать, ребят. Вот они взяли, там втроем слились. Для меня это было очевидно. Для них, видимо, нет. Они не понимают, если на карте никого нет, то лучше не лезть под башню под чужую, когда вас трое.
Люблю красивые взрывы. Во, дает. Во, маска дает. Молодец. Вот маска молодец, кстати. Он не так рьяно рвется, он там подгадывает какие-то моменты, выгадывает. Я всегда стремился. Но все равно там двое самых перекачанных у них осталось, так что. Плюс тень, лучше туда никуда не ходить. Так, нага видна. Отличный полигон. Укрепляем позиции. По вот здесь ходить сейчас это очень-очень-очень опасно. Лидер. Сейчас поставим опыт. Все эти механизмы мои. Вот что у меня есть. Точно в цель. Я всегда стремился достичь высот. Укрепляем позиции. Ну, конечно же, наша нага пошла воевать. Удивляет меня наги. Удивляет все-таки. В большинстве своем наги удивительные существа. Ой, там с глазом парень. Я всегда стремился. Надо бы свалить оттуда. Я так понимаю, если я не возьму эту вещь, никто не возьмет. Тихо подставилась знатно. Сейчас поставим опыт. Так, что делать? Качаться дальше. Единственный вариант. Но нага невменяемый, поэтому приходится мне брать леса по максимуму. Вот у нас даже какой-то небольшой перекач появился, но проблема в том, что я какой-то слабенький. Я мало живучий. Отличный. Вообще не живучий, скажем честно. Люблю красивые взрывы. Союзник сбежал. О, ну, я всегда стремился. Все лучше. Все лучше, чем он там сливается, ходит постоянно. Это ли не здорово? Я даже поддерживаю его выбор. Действительно так будет приятнее. Ой, ну масочка, ну масочка, ну кто так делает? Хотя там, наверное, было не выжить. Конечно. Они ходят впятером. Вот надо достаточно это понять. Люблю красиво. Что если видишь хоть одного, беги. Мастерский штурм. Нет проблем. Это ли не здорово? Сейчас поставим опыт. Точно в цель. Действую. Чё, где враги? Вон они. Люблю красивые взрывы. Ух ты, блин. Надо же так промазать, а. Опять промазал. Господи, боже мой, ну как так? Здесь моя лажа была. Ну, если Нага вернется и перестанет... Маска, ну кто ж так делает? Беги, беги. Блинкайся, я не знаю, куда... Ой, нет, не уйдет. Здесь я, кстати, тоже тупанул. Ну, ну, миной надо было попадать бомбой первой. Я, к сожалению, этого не сделал. Тень, конечно, наша такую подлянку подложила. Всю игру ничего полезного не сделала, только кормила. Вот реально, если бы тени не было бы, или она сидела бы всю игру в зуме, она реально принесла бы больше пользы. Ребят, но если вы не умеете играть тенью, ну пожалуйста, не играйте. Ну или идите в зумы и не парьте мозг другим. Ну зачем надо было 10 раз отдаться?
Она отдалась 5 раз сначала, пока у нее не было глаза, потом она начала покупать глаз. Конечно. Ну, конечно же, вражеская тень, которая 5 раз ее забрала, уже просто суты там с чего угодно ее просто лопала уже. Ну зачем вот такая порнография? Я не понимаю. Я всегда стремился. Там вон у тени уже здоровье, 4000 здоровья у тени. Господи, ну это бесконечно много. Нет, это не твоя вина. Погоня. Как мы ее, а? Конечно. Скоро Баюн появится, кстати. Все эти механизмы мои. Ставлю тут вард. Отличный полигон. Это ли не здорово? Вот и меня напарили, а, крипы? Мастерство боя. Конечно. О, не леса. Леса пушит и уходит, засранка. Люблю красивые взрывы. Сейчас поставим. Не все так действуют. Подпушили, ушли, вот и Баюн появился. Нет проблем. Это ли не здорово? Опасно тут так ходить, конечно. Отличный полигон. Они могут уже в нашем Люблю лесу сидеть. Красивые взрывы. Выстрел. Удачная охота. Сейчас поставим опыт. Баюна берут. Ну кто-нибудь, что-нибудь подсветите. Не я же пойду в бой. Конечно. Это ли не здорово? Вон они, сзади, сзади заходят, душа ловят. Что ж ты... О, блин, лиса. Двойной удар. Чё за медло в меня это кинуло, долбанное. Сейчас поставим опыт. Это ли не здорово? Так, господи, дайте убежать. Тапки, работайте. Где мои тапки? Тапки, тапки, давайте, ну где же вы? Конечно. Ушел. Ну, просто душ, конечно, вообще невменяемо как-то там себя повел. Вместо того, чтобы сразу улететь, начал какие-то щиты класть на себя. Там только маска вменяемая играет. Конечно. Ах, я, кстати, обещал кому-то назвать видео про три ракана и рыбку из пруда. Точно в цель. Действуй. Но не хватает у меня магии. У меня не супер какой-то там оранжевый билд. Нет проблем. Сейчас поставим опыт. Что-то душа много так стало. Люблю красивые взрывы. Я всегда стремился достичь высот. Фига себе хилится, блин. Unreal. Ну давай, маска, ну что-нибудь сделай. Конечно. Назад, 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 ну куда же вы в ловушку идете? Да господи, боже мой, да вы чего? И леса сзади, отлично. Да, это слив уже. Бесполезно с ними, вообще у них нет никакого понимания того, что происходит. На карту вообще нет никакого взгляда. Полная беда. Полная беда у людей. Это невозможно было. Ну просто трое, которые фармили, по КД кормили, реально. Нага, которая постоянно ходила, заезжала во вражеские леса зачем-то, одна на пятерых шла почему-то, при том, что у них перекач был. Тень, которая отдала все, что возможно в самом начале, и после этого пыталась что-то сделать, но уже, конечно, не могла. И душ, который вместо того, чтобы ульту прожимать, прожимает непонятно что, кроме ульты. Ох. Дамажить-то и некого было. Не было контакта.